«Юность в сапогах». Стартовали 48-е республиканские финальные игры юнармейского движения «Зорница» и «Орленок». Вот уже четвертый раз соревнования проходят на поляне «Солнечная» Батаревского района. Строевая подготовка, кросс, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова. Все это ждет юноармейцев в ближайшие 5 дней. Школьники на время забыли, что такое уроки, и взялись за оружие. В Батаревском районе кипит нешуточная борьба. Успешно ребята выступают, чувствуют, что готовились. Сюда приехали действительно победители муниципальных этапов. На Солнечной поляне схватились лучшие команды со всей республики. На этот раз за звание победителей в финальных соревнованиях «Зорницы» поборются 800 юношей и девушек. Мы приехали сюда, чтобы показать хороший результат на соревнованиях, чтобы это помогло в дальнейшем в жизни, в частности, при поступлении в армию. Мы сейчас идем неплохо в турнирной таблице. Думаю, это послужит для нас уроком. Итоги финальных игр станут известны 1 июня, в день завершения соревнований. Лучшие из лучших будут защищать честь родной республики на следующем этапе «Зорницы» в Приволжском округе.